Всем привет! Четвертый день ремонта. Покажу, что сделали. Так маленько кое-что подделали. Решили его пустить в этот в поле поработать, посмотреть, как он себя поведет и что там будет. Но это все смотрели. Здесь маленько он подкрасили, здесь подварено уже всем ви. Показывал и зацепили вот такую вот фигню. Там старое поле, барануем кочки эти, навеску он Серега разломал. Да, блин, все это поменяли. Я ж не потолочник. Ты профессионал, ты ломаешь так, что потом... Большую букву, профессионал. Да, да. Что потом ездим аж в старицу, блядь, за запчастями, ну. Пальчик-то нашел себе это? Да? Который вы купили. Да. Какой? Современный, нет тех, там. Не сервис, специализируется. Так, навеска маленько подвела нас вчера. Ну, пока все. А, вон бак еще заклеил этим. Как он называется? Клей? В общем, не знаю. Двухкомпонентный какой-то. Типа боксирует. Да.